В России около 15 тысяч тонн дизельного топлива вылилось в местную реку и 6 тысяч в почву из резервного топливного бака Норильской ТЭЦ 29 мая. По данным российской компании, норильский никель повредил топливный бак. Следственный комитет России возбудил 3 уголовных дела по факту аварии. Также из-за разлива было объявлено чрезвычайное положение. Само чрезвычайная ситуация локализована. Локализована 1 июня. Были установлены боны. Поэтому развития она не получает. Сейчас наша задача просто работать и собирать эти нефтепродукты. Значит, работаем, соблюдая все экологические нормы. А в центре Нью-Йорка десятки протестующих были арестованы за нарушение комендантского часа. В городе ввели комендантский час, начинающийся с 20:00 после массовых беспорядков и мародерства во время общенациональных протестов, связанных со смертью Джорджа Флойда. Тем временем гигантское сообщение Black Lives Matter покрыло часть улицы в Вашингтоне, ведущую прямо к Белому дому. Демонстрации группы Black Lives Matter нашли отскок в городах по всему миру, которые провели демонстрации антирасизма в знак солидарности с жертвой жестокости полиции. Я думаю, что это удивительно, тот факт, что надпись так близка к Белому дому. Довольно символично. Это своего рода ошеломляющее событие. Это отличный способ привлечь внимание к нынешней проблеме. И я очень горжусь тем, что я являюсь вашингтонцем. Живу в этом городе и показываю нашу поддержку чернокожим американцам. Наше общество страдает, и тот факт, что наш мэр покрыл часть улицы этой надписью, посылает очень сильный сигнал поддержки. После 3 месяцев карантина Чехия вновь открыла свои границы с соседними странами. Уже появились транспорты, пересекающие германо-чешскую границу. Границы между двумя странами были закрыты 14 марта с целью противодействия распространению пандемии коронавируса. Семьи детей-инвалидов в Найроби становятся все более обеспокоенными качеством и доступностью ухода за своими близкими во время кризиса COVID-19, так как блокировка отключила их от обычных ресурсов. Готово ли правительство взять на себя ответственность и заботиться о нас? А если я заражусь вирусом, правительство не сможет предоставить специализированный уход, в котором нуждаются мои дети. Мало кто знает, что требуется ребенку с нейродивидом. Из-за карантина многие остались без работы, семьи вынуждены делать трудный финансовый выбор из-за таких затрат, как лекарства и другие виды терапевтического лечения. Между тем, уличный художник из Лимы, известный как Роботин, дезинфицирует дома и местные предприятия в условиях пандемии коронавируса. Поскольку артист не может выступать на улицах, он решил посвятить себя новому делу. Роботин – это персонаж, многогранный робот. Он приносит улыбку как детям, так и взрослым. Но теперь я дезинфицирую дома своих клиентов. Я больше не собираюсь устраивать шоу. Я звоню клиентам и предлагаю им свои услуги по дезинфекции для домов и помещений. Дезинфицирую я четверичным аммонием. В ресторане в зоопарке Идзу Шабатен в Ито была принята оригинальная мера, обеспечивающая соблюдение дистанции для своих гостей, используя плюшевые капибары и красные панды, чтобы занять места среди своих посетителей. Мы были временно закрыты, но когда снова открылись, положили много мягких игрушечных животных, чтобы держать дистанцию даже в ресторане и создавать веселую атмосферу. Капибары очень популярны в нашем зоопарке, поэтому у нас есть большие мягкие игрушки. Мы ставим их с чучелами, чтобы сохранить расстояние между покупателями. Что касается еды, мы хотим, чтобы посетители веселились во время трапезы. С июня в Токио была создана уникальная сеть доставки еды для поддержки ресторанов, продажи которых сократились из-за вспышки коронавируса. Оригинальная и бесплатная служба доставки известна как Uma Eats. Эта доставка является бесплатной формой социального вклада.
Под влиянием COVID-19 мы не можем заниматься своим бизнесом, поэтому мы подумали о том, чтобы создать сервис под названием Uma Eats. Эта доставка лошадей является бесплатной формой социального вклада. Она очень популярна, и я думаю, что очень приятно, когда лошадь бесплатно доставляет еду. Умут Табышева, Джантай Макенов, «Итоги на пирамиде».